Не знаю. Ты говорю, в общем, у команды игра не особо получилась. Не смогли выполнить план на игру, наверное, полностью реализовать. Не знаю, с чем связано, как бы. Просто не удалась игра, я думаю. Агрессия, желание было у всех, парни все заряжены были, но не получилось. Гол в самом начале второго тайма, с чем он связан? Считаешь, не успели включиться? Ну, да нет, вроде включились как-то. Не разобрались, у человека было много времени на принятие решения, он подработал, пробил, не знаю, с чем связано. Вроде и в раздевалке, как бы, давай-давай, выйдем, начнем играть, но не получилось. Не знаю, с чем связано это. Впереди у нас матч Чертанова. Это матч завершает осеннюю часть первенства. Наверное, с каким настроением мы его сыграем, с таким и уйдем на перерыв. Вот команда понимает значимость. Придаете ли вы особое значение этому матчу? Ну, конечно, это заключительная игра осенней части. Надо будет приложить все усилия, чтобы добиться положительного результата, выиграть и в хорошем настроении идти в отпуск. Я думаю, приложим все силы, полностью отдадимся этому матчу и, надеюсь, сумеем победить.